Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. В этом видеоролике разберем вот этих два монитора и посмотрим, сколько с их меди выйдет. В одном видеоролике я смотрел, что будет от такого монитора килограмм меди. Это у нас LG Patron 775FT, модель сентябрь 2002 года. Второй же монитор Patron EZ-T710PH, август 2004 года. Вот белый, значит, 2002, этот 2004. В общем, разберу их за кадром. Разберу петли, разберу оски и покажу, сколько выйдет меди с них. Разобрал мониторы. Значит, первый монитор. Это у нас петля размагничивания. Вот. Медь с отклоняющей системы. Вот она лежит, уже каркас один пустой остался. Вот. Катушки. Это здесь кольцо было впереди. Медь с кольца с этого родного. Также разобрал второй. Также плата. Петля. И тут она и две. Было на этом мониторе одна тоненькая, вот она, тоненькая, и вторая толстая такая. Вот две петли, двойная в этом мониторе, и также отклоняющая система. Вот она разобрана, четыре катушки плюс вот это вокруг, которая вот это здесь была катушка. И сейчас все это взвесим на весах, сколько с этого выйдет и сколько с того выйдет. Ну, начнем с этого взвешивать. В общем, сейчас ставлю сюда весы и будем взвешивать, сколько меди. Поставил весы. Вот у нас. Сейчас взвешиваем от этого монитора Т710. Вот от него все лежит. Так, отклоняющая система. Сто 160 грамм. Вот уже на отклоняющей было. И петля размагничивания 350 грамм, 710 PH. Теперь взвесим от этого монитора, это убираем. Так, кладу катушки отклоняющих. Четыреста 10 грамм плюс петля размагничивания. Восемьсот 10 грамм в белого монитора 775-го. В общем, 2002 года два раза больше меди, чем 2004 года. Общем, вся общая медь с обоих мониторов
Ну что могу сказать, у нас еще осталось там на платах, но я не знаю, сколько будет тут. Плюс остались провода, их обжигать надо. Также на платах у нас тут, ну что тут, здесь я не знаю, ну вот катушка, здесь вот мелкие. Тут, наверное, не знаю, ну может грамм 50 наберется. Также и здесь тоже. Здесь вот катушка, здесь катушечка. Тоже тут вот самый жир, что на весах лежит. Этот распаяю на детали. Мне конденсаторы пригодятся, множество тут. Также транзисторы мне пригодятся. В общем, это на распайку. И вторая тоже на распайку. Тут хороший тоже транзистор, мощный ключ. Он везде пригодится. Также кондерчики. В общем, это разбираю на детали. Вот все, что вышло, оказался два раза жирнее. Монитор это, вот этот белый Фуатрон FT-775, или как он, 775 FT. Два раза больше меди выходит он, ранний выпуск, 2002 год, чем этот 2004 год. Сами видели сколько. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. Ну, на этом все. До новых видео. До встречи.